И все, полицейский опять сел. Ай-яй-яй, что такое-то, я не понял. Мы прошли сквозь стену. Привет, ребята, с вами Мобик. И мы продолжаем грабить дома вместе с воришкой Бобом. Так, ребята, в прошлой серии мы прошли первый уровень. Я не знаю, первую локацию. И сейчас мы переходим во вторую локацию. Что же нас тут ждет? Вот идет воришка Боб. А навстречу ему идет какой-то непонятный большой дядька. Вот воришка Боб засмотрелся на деньгу. И бедный дядька большой уронил мороженку. Все, воришка Боб попал. Да. Ну, значит что, чтобы искупить свою вину, нашему воришке Бобу придется, наверное, принять участие в ограблении вместе вот с этим громилой здоровым. Ну что, ребята, вот мы пришли к какому-то домику. Интересно, что же тут у нас происходит? Я вижу только большого полицейского в фуражке, больше ничего я не вижу. А это что за линии какие-то непонятные? Это что такое? Так, заходим, берем все, что тут есть. Ух ты, ребята, это видеокамера, смотрите. Наш полицейский пока стоит, ничего не подозревает, а здесь камера крутится туда-сюда. Ничего себе. Да, ну что ж. Сейчас камера крутанется в другую сторону, и мы пойдем. Бегом, воришка Боб, давай. Так, ну что ж, собираем все со стола возле камеры и берем основное наши ценности, которые тут были. Так, надо спрятаться, чтобы камера нас не взяла. Вот здесь, мне кажется, у нее угол обзора не достает. Да-да-да. Так, ну что, мы все взяли, и мы выходим, ребята. Все у нас круто прошло. Ох ты, там какие-то комнаты еще есть. Ну, туда мы никак не сможем попасть. Ладно, выходим. Ну что, мы прошли этот самый первый уровень. Какой-то он уж очень больно простой. Дальше, наверное, будет намного сложнее. Сейчас проверим. О, ребята, мы в городе, смотрите. Так, ну что у нас тут? Ага, сообщение, тут у нас опять диалог между вот этим вот большущим дядькой с мороженкой и нашим Бобом. Правда, Боб ничего не сказал, по-моему. Так, ну что ж, я не знаю, давайте обойдем вот сбоку здесь. О, смотрите, здесь какая-то дверь есть. Мы сможем сюда зайти? Эх, ребята, у нас тут невидимая линия, мы через нее не можем переступить. Ну вот, все, уперлись. Да, ребят, ну что ж, возвращаемся, значит, идем через главный ход. Заходим в дом. Заходим. Так, тут у нас стоит полицейский напротив окна. А какое-то странное окно выходит в коридор. Ну ладно, что ж. Надеюсь, ты меня не заметишь. Так, давайте заходим сюда. Берем вот здесь, что тут на столе лежит. Ух ты, это что за кнопка, ребята? Вы видели? Какая-то кнопка. Как нам его отвлечь-то? Ага, ребята, нажимаем вот эту кнопочку. О, смотрите, шум какой-то. Он отвлекся на шум, и мы проходим спокойно. Так, ну что, вот берем цветочки тут что-то. Давайте дверь, ребята, закроем, чтобы полицейский наш не заметил открытую дверь и не пошел сюда проверять. Так, берем со стола все ценное, что тут есть. Ага, тут у нас тоже за стенкой полицейский стоит. Но смотрит он в другую от нас сторону, поэтому... Так, вот, зайдем в эту комнату, ребята, возьмем все ценности тут, которые лежат. Также закрываем дверь, чтобы он тут нас не увидел, не услышал. Ох ты, ребятки, у нас тут такая же кнопочка. Так, ну что, давайте нажмем, наверное, кнопочку, и полицейский прибежит сюда на шум. А мы тем временем выйдем через другую дверь, да? Так, нажали, подходим к двери. А, услышал шум, идет наш шум, полицейский наш. Так, ребята, выходим. Хорошо, дверь открывается в эту сторону. Так, берем все, что есть у нее тут в чемодане. И берем, убегаем в другую комнату, в соседнюю, чтобы он нас не заметил. Вот он вернулся на свое место. Ага, дверь открытую ты не заметил, что ли, мужичок? Я не понял. Ну ладно, ребята, давайте еще разок мы пошумим. Так, иди сюда. Интересно, он в открытую дверь пойдет или в закрытую? Ага, он пошел в открытую дверь, ребята, значит, мы через эту выходим. Выходим, берем вот тут, что есть на столе. И выходим сюда. Фу, ребята, мы справились. Но не уложились во время. Задание, в общем, ну, частично выполнили. Интересно, сколько времени дается, же нигде не указано, по-моему. Но будем считать, что мы справились, ребята. Время это уже как бы не ко мне.
Ох ты, смотрите, мы поднимаемся на лифте, вот это крутяк. В каком-то многоэтажном доме мы сейчас. Ого, ребята, вот это круто. Так, ну что, давайте заходим, пока этот мужичок там ходит. Где-то, или кто-то, не мужичок ты. Мужичок же ты. Так, ладно, что нам нужно, что нам нужно? Смотрите, здесь ходят полицейские, ребята. Давайте сейчас он отойдет от окна, и мы пойдем следом за ним. Заходим, заходим в комнатку. Заходим. О, тут еще один полицейский. А, ребята, берем ключик. Берем ценности. Он пока стоит там в компьютер свой. Уткнулся. Так. Ага, заметил открытую дверь. Ребята, пока он идет, дверь проверяет, мы выходим отсюда. Выходим, выходим, берем ценности и заходим вот в другую комнату, ребята. Заходим, заходим, заходим. Так, 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 ребята. Надо нам дверь закрыть, дверь закрыть. Ай, заметил, заметил, заметил. Значит, встаем сюда за дверь. Заходи, проверяй. Видишь, нет никого. Все, уходи отсюда. Уходи давай отсюда. Так, все, наш полицейский ушел. И мы берем все ценное, что тут есть. Да, и выходим. Точнее, подождем сейчас. А куда нам идти-то, ребята? Нам нужно опять следом за полицейским также идти. Так, ну что, у нас есть куда? А, да, все, мы идем в обратную сторону к лифту. Дверь закрываем, чтобы полицейский не заметил. А, он заметил другую дверь, которая там открыта. Так, ну что? Мы в этой стороне вроде все взяли. Сейчас этот мужичок развернется, и мы пойдем. Так, ну вот он пошел. И мы за ним следом. Следом, следом, следом. Так, вот в эту комнатку забегаем, какая-то массажная, или что это, или стол такой. А, нет, это стол, скорее всего, такой. Ага, тут у нас две двери, ребята. Проходная комната какая-то. Возле коридора. А, давайте, давайте, забегаем сразу. Ох ты, тут камера. Тут камера. Закрываем дверь, чтобы этот мужичок не заметил. Так, интересно, как он на дверь будет реагировать? О, ему пофиг все двери, ребята. Это крутяк. А это что за маска? Что это за маска? А? Как мне на нее нажать? Как нажать-то на нее? Ай! Эй! Ха-ха! Она не нажимается, ребята. Ой, что ж такое-то? Не могу я никак попасть. А, ну, а, ну, да что ж такое? Ну, ай, да блин! О! Вот это крутяк, ребята. Мы переоделись в полицейского. Ага, нам, наверное, сейчас камера и не страшна, получается. Мы же полицейские, типа... Не грабители совсем, да. Хотя походка, конечно, совсем не полицейского нашего Боба. Так, ну что, мы тут все взяли? Ох ты, мы как только взяли, мы сразу из полицейского в вора превратились. Так, о, а здесь еще одна масочка. Окей, нам это нужно, чтобы пройти только через камеру, потому что полицейский, он в соседней комнате наблюдает. Ага, нам что? Нам нужно еще в коридоре вот эту вот штучку взять, которая блестит вон там. Да-да-да, мужичок сейчас. Мужичок, давай быстрее уже, разворачивайся, да мы заберем и пойдем. Так, ну что, пошел, пошел, пошел. Ну что, мы берем. А, превращаемся назад в воришку Боба. Все, 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 ребята, можем выходить. Вроде мы все собрали. Где наш лифт? Быстрее, лифт, приезжай. Фу, все, мы вышли. Мы вышли, ребят. Опять во времени уложились. Да что ж такое-то, а? Сколько времени-то требуется для того, чтобы пройти этот уровень? Непонятно. Не получается у меня во время уложиться почему-то. Так, ну что, переходим в другое место. Посмотрим, что у нас тут. Ага, вот мы опять на лифте поднимаемся. Ну, тут опять у нас какой-то завязывается диалог между этим Громилой и нашим воришкой Бобом. Ну, что ж. Так, где тут, что тут? Давайте зайдем вот эту комнату. Ага, тут у нас кнопочка есть. Так, возьмем вот эту плюшку. Плюшки какие-то валяются тут. Так, ну что нам делать? Сейчас мы немножко пошумим. Придет полицейский проверять эту комнату, а мы убежим в другую, ребята. Ох ты, ребята, а тут еще темно, что ли? Он с фонариком, смотрите, ходит. Крутяк. Ох ты, а нам можно спрятаться? Но мы возьмем, наверное, ключик все-таки. Возьмем ключик и давайте спрячемся в бутылку. Опа, все, я ниндзя. Наш Боб ниндзя спрятался в бутылку. И все, полицейский уже его не видит, не замечает. Так, заходи, дверь закрывай. И все, полицейский опять сел. Ай-яй-яй, что такое-то, я не понял. Мы прошли сквозь стену. Я вылез из бутылки и сразу в другой комнате оказался. Как так, а нам нас полицейский сразу... Сразу полицейский нас там, да?
Так, ну ладно, что ж, повторяем всю процедуру. Нажимаем кнопочку и бежим, прячемся. Давай, иди! Не слышишь, что ли, что мы там посторонние? Так, вот полицейский зашел в комнату. Мы бежим, берем ключик и выходим. Давайте спрячемся. Да, наверное, не будем прятаться, что-то он уж больно медленно идет. Давайте сразу в другую комнату бежим. Так, ну что, вот мы тут взяли, что у нас тут было. Ага, ну все, полицейский зашел к себе в комнату, можно выходить. А, вот, дверь с ключиком. Есть. Что нам нужно сделать? Ага, мы должны сейчас пошуметь и спрятаться в коробку. Так, нажимаем кнопочку, бежим в коробочку, быстрее прячемся. Вот, все. Наш Боб-ниндзя спрятался в коробку. Полицейский пошел проверять шумы. Так, здесь один ходит с фонариком тоже. Ай-яй-яй-яй-яй, не видь меня. Меня здесь нет. Да. Мы в какое-то офисное здание вломились, ребята, но здесь что-то ничего нету. Ай-яй-яй, вон в той комнате я вижу, блестит что-то. Так, быстрее. Так, ну что, давайте вот здесь прячемся в цветок. А, он нас все равно не видит, ребята. Можно было и за стенку спрятаться. Так. Здесь в комнатке тоже что-то берем. И бежим вот сюда. Бегом. Так, ну что, и прячемся за угол. Он сюда же не ходит. По-моему, не ходит. Он сейчас там встанет, постоит и уйдет. Да? Ага, он посветил сюда, но никого здесь нет. И все, и мы выходим. Так, что? Ага, у нас вот в этой комнате еще вот блестяшки какие-то лежат. И основные наши ценности. Ребята, мы не все взяли. Мы где-то что-то не взяли, мы забыли. А где мы забыли, что? Эх, ну возвращаться уже я не знаю, наверное, смысла нету. Да что ж такое-то, а? Какую-то мелочевку где-то забыли. Так, ну ладно. Давайте, наверное, вызываем лифт, да уходим. Ну правильно, конечно, во время я не уложился, ребята, бы. Все равно. Да, ну что ж, ребята, на сегодня все. Вот такие вот приключения Боба у нас в городе. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.